Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал в Ютубе. Меня зовут Илья, и я живу в Финляндии, в городе Турку. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по этому замечательному городу, который для меня стал родным еще 19 лет назад, переехав сюда из России. Сегодня я вам покажу, что такое лето в этом замечательном городе. Мы с вами пройдемся по центру города, сходим на набережную реки Аура-Йоки, и также посмотрим некие достопримечательности этого города. Присаживайтесь поудобнее. Пристегните ремни безопасности, ну и поехали.
Дорогие друзья, мы сегодня с вами были в городе Турку, в центре города. Также мы с вами были на берегу реки Аурайоки, которая тоже проходит в центре города. Ну и заехали с вами посмотреть на море. Действительно, сегодня очень жаркий день, плюс 35 градусов тепла. И многие люди, у кого есть отпуска сейчас на данный момент, загорают, купаются и проводят свободное время именно на море. Все, что я сегодня снял, это очень маленький кусочек того большого объема информации, который на самом деле здесь присутствует в этом городе. Так что, ребята, я действительно хочу снять ролик побольше, подлиннее, снять определенные места или сделать какой-то выпуск видео по отдельным, значит, достопримечательностям этого города. Но мне нужна ваша помощь. Для этого присутствуют комментарии. Ребята, пишите комментарии, что вы хотите увидеть в следующих видео. Кого вы хотите увидеть в следующих видео. Действительно, может, какие-то вопросы по всей Финляндии. Не только по этому городу. Задавайте вопросы. Я с удовольствием их прочитаю, отвечу, если надо. Ну и, естественно, сниму следующий ролик с помощью ваших комментариев. Подписывайтесь на меня, ставьте свои лайки, не пропускайте следующих видео. Ну и все. С вами был Илья из города Турку, Финляндии. Всем пока!